историей своих предков я начал интересоваться еще в школе. Во многом этому способствовала моя семья. Сперва начну говорить о моем прадедушке, Карвасе Илье Поликарповиче, гвардии-лейтенанте, герое, прошедшего всю войну, дошедшего до Берлина. За успешное выполнение боевых задач он был награжден разными орденами, в их числе орден Богдана Хмельницкого, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны второй степени. Помню, как отец рассказывал мне про него. Тогда, еще в юношеском возрасте, они с братом подходили к нему и просили рассказать хоть одну историю, которую поведала бы о тех ситуациях, о той войне. Но мой прадед был достаточно однозначным в этом моменте. Война – это тяжелейшая часть жизни человека, которую хочется просто забыть и не вспоминать никогда. Это его слова. Также со стороны моей матери, брат моего дедушки Лазаренко Степан Степанович был участником Второй мировой войны. Он был матросом на корабле «Красный Кавказ». Также проявил небывалую храбрость и стойкость на морском фронте. Прошел всю войну. Увы, мне не удалось стать его здравствующим. Остальные члены моей семьи не принимали участия в боевых действиях, но, несомненно, внесли вклад в победу, трудясь в тылу. И сейчас я вам хочу рассказать о своем прадеде, который прошел всю Великую Отечественную войну. Я им очень сильно горжусь. Садыков Ибрагим Садыкович. Годы жизни. 1917 по 1996 год. В 1939 году он был призван в армию, где прослужил машинистом силовой установки. В войне он участвовал с 1941 года в 7-м фронтовом железнодорожном парке. Прошел всю Великую Отечественную войну от начала до конца, всего с одним ранением. Получил медаль за победу над Германией и орден Великой Отечественной войны второй степени. Домой он вернулся живой и невредимый. Помню, гордимся и чтим. Я бы хотел рассказать историю дяди моей бабушки Гридасова Федора Ивановича. Годы жизни 1924-2009. В 41 году Гридасов Федор Иванович обучался в военном училище, где после его окончания 31 декабря был направлен на фронт, где попал в 38-ю армию Воронежского фронта. За годы войны был два раза тяжело ранен, но всегда возвращался в ряды Красной армии. Всю войну он провел в разведке, а под конец войны, в 45-м году, был назначен командиром роты автоматчиков 282-го стрелкового батальона. После войны Гридасов Федор Иванович закончил две академии и всю жизнь посвятил военной разведке.